Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, и вы на моем канале. Как вы уже, наверное, догадались, я продолжаю серию роликов, посвященные Дню Святого Валентина. И хочу вам предложить выполнить вот такой дизайн. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, поехали. Подготовила ноготок, запилила его, зашлифовала, убрала пыль и теперь гелевой краской нарисую френч. Рисовать я буду вот такой жемчужной краской. Вы можете использовать ту краску, которая вам нравится, которая у вас есть. Высушу в лампе 1 минуту. Теперь я буду использовать 2 пигмента, голубой и вот такой розово-коралловый. На липкий слой гелевой краски нанесу оба цвета этого пигмента. Добиваемся плавного перехода между 2 цветами. Лишний пигмент уберу мягкой кистью. Просушу в лампе примерно 30 секунд. Перекрою финишем без липкого слоя. Высушу в лампе. Теперь черной гелевой краской, тонкой кистью, нарисую сердечки. Но для начала я обведу улыбочку. Если кому-то нравится, то можно оставить и так, но я предлагаю все пространство, которое между сердечками, заполнить черной гелевой краской.
Высушу в лампе 2 минуты. На липкий слой черной гелевой краски переведу золотую фольгу. Если фольга отпечаталась там, где не нужно, уберу корректором. Белой гелевой краской при помощи дотса закамуфлирую край улыбочки. Кроме этого, тонким дотсом можно продублировать сердечки. Высушу в лампе 1 минутку. Мне осталось перекрыть все финишем. Теперь нужно высушить финиш в лампе. Если вам понравился этот мастер-класс и был для вас полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх, а также обязательно подпишитесь на мой видеоканал. Увидимся скоро в новых видео. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!